Re, viss ēters ir te. А начнем мы выпуск со спортивной новости. Международная федерация хоккея приняла решение провести все матчи чемпионата мира в Латвии. Таким образом, у нас пройдут в том числе игры, которые должны были быть сыграны в Минске. Напомню, Беларусь права на проведение игр была лишена. Соседи уже пообещали бойкотировать рижский чемпионат. Все матчи турнира пройдут в Риге. Командам предстоит играть на арене Рига, а также в Олимпийском спортивном центре, который переоборудуют в ледовый стадион на 6 тысяч зрителей. На прошлой неделе мы работали вместе с Международной хоккейной федерацией. Пятницу, субботу прошли по всем вопросам, посмотрели все необходимые места, где что можно делать. И понятно, что в условиях пандемии надо исключать все возможности путешествий, и, скорее всего, чтобы надо считаться, может быть, не самым лучшим сценарием, что может этот чемпионат пройти пузыре. И, конечно, в одном месте, очень концентрированной территории, это легче сделать. И по одному выбор пал на Ригу. Напомню, в середине января Международная федерация хоккея лишила Беларусь права проведения матчей чемпионата мира. Первоначально планировалось провести тур с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.